так сегодня я еще не знаю, куда пойду. Проснулась, вот доделываю ролик, чтобы показать на англичанке. И пока что завтракаю. Вот у меня сегодня салат такой. Перчик, огуречек, помидорки, хлеб, салат, который я люблю, и майонез. Майонез я привезла из дома. Кофе и, опять же таки, бельгийские вафли. Очень люблю я бельгийские вафли, которые тут производят. Эту я купила в Теско, а в Сейнсбуре продается еще и с шоколадом. Но не во всех Сейнсбуре продаются эти вафли. В Сейнсбуре, в Кенсингтоне, в Хаммерсмите продаются, а так не везде я могу найти эти мои любимые вафельки. Поэтому в Хакни вот я нашла только в Теско. В Сейнсбуре я, правда, я вообще только в Теско сходила пока что. Надо, наверное, по магазинам сегодня пройтись и закупиться продукцией. Ну, хотя были какие-то у меня аккредитации. Вроде бы сегодня Move It начинается, фестиваль. Вчера получил какое-то письмо от них, предупреждение по коронавирусу. Типа, мы не отменяем мероприятие, но просим вас гарантировать меры предосторожности. Типа, если вы заболели, то лучше не приходите. Мы вам вернем деньги в полном, в 100% объеме. Ну, вот так вот люди как-то пытаются балансировать и проводить мероприятия. Book Fair, то есть книжная ярмарка, например, она отменилась, потому что там приезжает более 20 тысяч людей со всего мира заключать сделки по публикациям, по книжкам, по журналам, в общем, редакторы, авторы, все, кто угодно, ну и также гости и просто визитеры, то есть которые просто, как я, хотят посетить эту выставку, я, допустим, чтобы снять, кто-то, чтобы найти любимого автора или книжку, которую они давно ищут. В общем, Book Fair, книжная ярмарка, в этом году отменили уже в связи с коронавирусом. Move It вроде бы начинается сегодня, мне надо, как бы я готовилась только к Commonwealth Day, к Дню Содружества Наций. Поэтому мне надо сейчас сесть и записать, какие я еще мероприятия планировала. Я их планировала, я же вам давала на март мероприятия. Вот, смотрите в этом ролике. Вот, поэтому сейчас посмотрю, что будет дальше, и спланирую свои дни. Завтра я собираюсь ехать в Хаммерсмит и, может быть, в Чизик Парк на Камелия Шоу. Шоу деревьев под названием Камелия. Это такие деревья роз. Розовые деревья. Ну и также попробую заехать к своим, в мою семью, с собачками, пообщаться с Пинаткой и с Кокочкой. К сожалению, Пеппа уже нету в живых. Но Кока еще жива, ей уже 17 лет. Надеюсь, что доживет до завтра. Пока вот такие вот у меня планы. В общем, не знала, куда сегодня поехать, вот пока ветра нет. И скажу, что очень ветрено, когда я не могу давать чистый звук, качественный. Поэтому, как есть, постараюсь погромче и снимать там, где нету ветра. Еду на Стратфорд, решила закупить продуктов, ну и посмотреть, что там в магазинах, может, какие распродажи. Так-то, в принципе, мне из одежды ничего не надо. Ну, мало ли, что-то очень дешевенькое найду. Пока все. Тачки я тут buy new product. Эти будут поезды. Так, на этом у меня 4.40. Ну давай. Buy season нет. Refund нет. Top up баланс. Сколько мы положим? 10 фунтов. 10 фунтов. 10. Ой, сколько вы 20? 10. Очень сложно снимать. Не хочет принимать, поэтому надо подразумять деньги.
теперь опять тащим. И теперь проверим. Has been updated. Теперь... Sweet. Еще раз проверим. Да, 14:40, отлично. Едем на Stratford с Hackney Central на оверграунде. Вот из оверграунда видно все, как бы он идет над землей и видно по городу какие дома, также встречные поезда. Так выглядит уже восток Англии, ой, восток Лондона. И скоро мы подъедем из Стратфорда, тоже покажу. Хакневик все еще developing, как это сказать, развивается, строится. Тут какие-то гаражи раньше были, какие-то такие альтернативная культура в основном тут живет и жила. Но сейчас, конечно, становится более современным район, потому что уже стал приближенный к сити в плане модернизации. Ну, поехали дальше. Это все еще Хакневик. И сейчас, когда мы переедем через канал, уже начнется Стратфорд и Олимпийский парк. Вот уже виден стадион. Вот канал. Тоже одно из современных зданий, построенное к Олимпиаде. Стадион там на заднем фоне. Через мосты. И вон там уже видно ArcelorMittal Orbit. Красная башня. К сожалению, сейчас за забором не увидим. Тут еще. А вот она. Ну, потом покажем. Стратфорд, сейчас пойдем в Вестфилд Шоппинг Центр. Thank you.